Монголовед и буддолог. Основатель монголоведной школы России Осип Ковалевский был ректором Императорского Казанского университета. В честь его 220-летия в ВУЗе стартовала международная конференция «Вторые ковалевские чтения». Ковалевский не просто посвятил свою жизнь большой науке и нашему университету. Он стал творцом университетской науки о Востоке и университетского востоковедного образования. Главной темой конференции стало обсуждение освоения наследия Осипа Ковалевского. Участие приняли зарубежные и российские ученые, одного из которых наградили за работы в востоковедении. Медаль Казанского университета имени Христиана Френа вручил ректор Ильшат Гафуров члену-корреспонденту Российской академии наук, директору Института восточных рукописей РАН Ирине Поповой. Я занимаюсь древним Китаем, древним средневековым Китаем. Я занимаюсь письменностью. Дуньхуановедением. Уважение к письменному слову, к памятнику, оно свойственно народам, которые ценят свою традицию, свою культуру. И чтобы понять их менталитет, понять их современные действия, современную политику, необходимо, конечно, изучать их традицию, их историю. Ирина Попова отметила, что не только во времена работы Ковалевского, но и сегодня в Казанском университете активно развиваются исследования в области востоковедения. Об этом говорит и конкурс на востоковедческое направление, и огромное количество форумов, конференций, которые на нашей площадке сегодня проходят. И отношение к нам, тех руководителей, центров, которые, в общем-то, являются ведущими не только в нашей стране по данному направлению, но и в целом мире. Коллеги из российских и зарубежных университетов продолжат обсуждение трудов Ковалевского и значимых тем в области востоковедения в онлайн-формате до 2 декабря. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.